Современные мошенники действуют на совершенно новом уровне. Чеченец по происхождению Ахмед Хамидов построил свою криминальную карьеру на обмане и мошенничестве. А чуть погодя, когда суммы на кону стали чрезвычайно большими, начались и убийства. В 2009-м Хамидов встретил работника налоговой инспекции Михаила Коряка. Сдружившись, они решили срубить денег, обводя вокруг пальца бизнесменов и чиновников. Сняли офисное помещение в центре Москвы и под вывеской общественной организации стали предлагать свои услуги, которые заключались в якобы продвижении клиентов на нужные должности за определенное вознаграждение. При этом организовывались встречи на высшем уровне, проводились собеседования. Затем жертва клала на депозит сумму денег, чаще всего исчислявшуюся в миллионах евро, и мошенники забирали ее себе. Особо неудобных свидетелей подельники, сколотившие целую ОПГ, убивали. В устранении неугодных участвовали Валид Лурахмаев, Валидол и Султан Сигаули. Они искали киллеров и договаривались с ними. Когда в России правоохранительные органы сели партнерам на хвост, а часть их соратников была арестована, Хамидов и Коряк спрятались в Арабских Эмиратах и развернули деятельность в местной русскоязычной диаспоре. Теперь предметом торга становились не только должности и контракты, но и возможность решения вопроса с правоохранительными органами для возвращения на родину. В 2017-м Хамидов был все же арестован при помощи спецназа Арабских Эмиратов и в настоящее время готовится к выдаче России.